Всем привет, с вами Транзиция, мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2. В этой серии мы займемся перевозкой фургона брака. Возьмем будем этот грузовик, значит, Рено Премиум Хай Руф, 430 лошадиных сил, 12 передач, вес 6 тонн, расстояние 300 километров, длительность рейса 5 часов. Желаю всем приятного просмотра и отличного настроения. Поехали. Все готово. Приятной поездки. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Двигайтесь прямо. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. На кольце второй съезд. Сейчас съедьте.
На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Ну, здрасте, приехали. Вертолет там приземлился. Попробуем потихонечку проехать. А, не получится. Сейчас съедьте. Зарабатываешь, типа бахнут 1000 евро штраф за то, что ты там не углядел скоростной режим.
Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Направо? Это куда направо-то? Что-то ты какую-то батву несешь. Вычисление нового маршрута. Двигайтесь прямо. Поиск нового... Ищу новый маршрут. Расчет нового маршрута. Идет проверка документов. Пожалуйста, подождите. Мы контрабанду не везем. Чем мы так будем ехать со скоростью 30 км в час? Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо.
Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Добро пожаловать в Сегед. Сегеда. Да. Двигайтесь прямо, затем поверните направо. Поверните направо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Сейчас фотку сделаем. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Повернул направо.
Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Добро пожаловать в Будапешт. Двигайтесь прямо. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Мы прибыли. Попробуем, давайте. Может, получится. Следуйте в зону выгрузки. Ну, как-то так. Ход зарабатывания достижений. Свобода выбора. Груз. Фургоны Бранка. Брака доставлен из Тимишоара в Будапешт. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Транзит. Увидимся в следующей серии. Всем пока.